Лаптом под Скрибалина. Тот отбивает шайбу в угол. Подбор за Мамонтами. Попытался выскочить на пятачок Кирилл Марченко. Ему это сделать не позволили. Попов. Попов. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это да! Вот это забрасывает шайбу Кирилл Марченко. Какая же красотища. На повторе обратите внимание сразу. Он из-за ворот просто прицелился и бросил в голову. Ну или не в голову, а в спину голкиперу Белых Медведей. С расчетом на то, что шайба рикошетом отправится в ворота. Вот смотрите. Оп. Гениально. Гениальная шайба, на мой взгляд. И попасть ведь надо было еще. И он попал. И он попал. 1-0. Кирилл Марченко выводит Мамонтов Югры вперед. Кто этот товарищ? Конечно же, он друг и брат. 6-0. Победа Мамонтов Югры. Домашней серии против казанской команды Ирбис. Сейчас, я думаю, Мамонты отблагодарят своих болельщиков за поддержку чем-нибудь интересным. Ждем вас завтра в 19 часов в арене. Югра выйдет на лед против московского «Динамо». Классный матч. Прыгают болельщики по трибунам, показывают друг другу. Никита Зоркин. Да, надо кто похитрее искать свободные углы, искать лазеечки. Вот это да! Марченко! Браво, Марченко! Браво, красавец! Из глубины слота! Просто под перекладину! Не ожидал такого броска Амир Мифтахов! И сейчас давайте посмотрим повторчик. Вышел! Вышел на свободное пространство! Никто не прикрывает! Абсолютно не готов был! Амир Мифтахов! В углу борьбу проиграл. И Тюмень теперь атакует. Ну, в конек попадает Александру Юрьевичу шайба. Это значит, что атака Мамонтов еще не закончена. Юшкевич! Передача! Здорово! Бросок! Шикарно! Быстро сыграли! Поняли друг друга! Дмитрий Юшкевич молодец! Вышел на свободный лед, получил передачу. Довел шайбу до ворот, стянул на себя защитника. Отдал передачу и уже... И уже Кирилл Марченко сделал... Спиной, знаете, к воротам, тут не вот тебе опасность тоже будет какая-то. И... Так. Ух-ух-ух, четвертая шайба побывала в ворот Михаила Исаева, там в качестве ассистента, по-моему... Malyshev took the shot, fired it high and wide. Thought the puck went into the netting, but the play continues. Hollander was calling for it over there, but we play on. Moving right out in front, and they score! Marchenko, we're tied at one. Look for Kirill Marchenko, who has played such a good tournament here, pretty much every game, and then he's able to beat Lean boom, glove side in that close. А вот сейчас тоже атаки не напал. А вот сейчас только подхватили, войдут в зону. Вошел в зону. О, посмотрите, как и гол. Да, 14 номер, как он, конек, клюшечка, обманное движение, красиво, на скорости. И они забили гол. Вот только... Кому сейчас запишут гол? Там шайба залетела в ворота, потом ее игрок еще добивал. Или 20 передач, 29 очков. Стало 30. Но жаль, что заканчивается сезон. Гости атакуют.
не прошла передача, и забивают шайбу. Очень быстро. Быстро отыграли гости шайбу. Анохин. Бахрудинов пытался оставить шайбу, но все-таки удалось все-таки ее выскрести и завладеть каучуковым диском. Тимралию. Статистика второго игрового отрезка говорит о том, что... Да не только говорит, а в принципе дублирует счет. 13-6 по броскам в створ. Где все непредсказуемо. Конечно, сегодня работу над ошибками проведут и проведет тренерский штаб Мамонтов. Но я думаю, что казанцы с отличным настроением выйдут завтра на игру. Вот пропущена шайба. А значит, у нас еще интрига не пропала в этом поединке. 14 номер Кирилл Марченко забрасывает на 18-й минуте. Да, Денис Ильич. Шайбу забросил. Кирилл Марченко. Ну, как всегда, отличаются игроки белорусской команды. Марченко, Голуба и Денисевич, Юшкевич, ассистенты, да, фамилии все соответствующие. Ну, смотрим самое-самое. На 87% нейтрализации большинства соперников у реактора. Но первая минута так прошла очень напряженно для Федора Каратаева и компании. И момент! Все-таки гол! Подкараулил Марченко этот отскок от лица. Нашел лазеечку-то, Кирилл Марченко. Давайте смотреть. Успел подработать, и вот над плечом Каратаева посылает шайбу в ворота. В ближнюю девятку. И забрасывает свою четвертую шайбу. Данила Журавлева, номер 23, шайбу забросил.